Что делает мужчину настоящим мужчиной? Правильно, мастерство на все руки в быту. Кран починить, полку прибить, фен любимый отремонтировать – не проблема, если есть нужные инструменты. Поэтому «Электромотор» продолжает свой забег по ознакомлению вас с новинками техники. Привет, с вами «Электромотор» и Анна Шевченко. Сегодня хочу вам рассказать про ударную дрель от фирмы AEG, модель SBE570R, производитель Германия. Компактная и мощная дрель, двигатель 570 Вт. Регулировка скорости и механизм реверса. Отключение ударного действия для безударного сверления. Металлический ключевой патрон диаметром от 1,5 мм до 13 мм. Компактная и эргономичная конструкция, максимальное удобство в работе. Выходная мощность 285 Вт. Скорость без нагрузки от 0 до 2700 оборотов на минуту. Максимальный диаметр сверления в бетоне 15 мм, в стали 13 и в дереве 30 мм. Максимальный крутящий момент 23 ньютона на метр, вес 1,7 килограмма. В комплектацию к дрели входит кейс, боковая рукоятка и металлический ограничитель глубины. И если вам понравилось это дитё техники, тогда звоните к нам в «Электромотор».